Какие-то проблемы в садике с крышей, с трещинами, то, что вчера было озвучено. Вы видите, новая крыша. В 2015 году начали, сделали новую крышу. Мы в саду 2016 года. Да, с 2016 года все прекрасно. Видите, какой ремонтируют. У нас хороший ремонт. У нас хороший ремонт в группах. У нас хороший ремонт в холле. Естественно, и за родительские деньги, и за средства некоторые, которые поступают из бюджета. Ну, Елена Николаевна, наша заведующая, делает все, чтобы сад, чтобы у нас все было хорошо, и она прилагает все к этому усилия. Поэтому мы не знаем уже, как на нее нарадоваться.